Своего сына Анастасия родила 23 февраля. Настоящий мужчина и богатырь весом более 4 килограммов. Как его назвать, молодая мама еще не решила. Они выберут имя вместе с отцом ребенка, который сейчас в армии. Девушка признается, повезло, что ее первые роды прошли уже на новом оборудовании. Когда я рожала, мне легче было, чем схватки. Схватки больнее, чем рожать. Самое главное – слушать доктора, что он скажет. То же нужно делать. И тогда легко. Даже мне не показалось, что роды – это очень-очень страшно. Кроме удобного родильного, в роддоме появился и реанимационный стол. Здесь можно своевременно оказывать помощь недоношенным малышам. При этом большая аппаратура подстраивается под маленького пациента. Младенец выходит, только рождается и попадает в тех же условиях, в которой он был в утробе матери. То есть такая же температура, такая кювез и так далее. Там контролируется и подача кислорода, и температура, и все. То есть созданы все условия для того, чтобы мы выхаживали детей с меньшим весом. А вот и новый стол для осмотра здоровых деток. Также поменяли лампы для фототерапии. Старые давно выработали свой ресурс, и их заменили на новые, светодиодные и очень мобильные. Раньше о таком врачи не могли и мечтать. Теперь в родильном отделении есть и приборы, позволяющие быстро и безболезненно брать различные анализы. Позволяет определить уровень билирубина, не проводя каких-либо болезненных манипуляций для ребенка. То есть поставил датчик и монитор показывает. Прежде нам приходилось каждые 6 часов брать внутри вены, из вены анализ крови ребенка. Можете представить, что значит маленького ребенка взять из вены 4 раза в день анализ. Обновилась в Рыбницкой больнице и лаборатория. В рамках государственной программы здесь установили новую автоматизированную аппаратуру. Узнать точные результаты анализа в короткий срок сейчас не проблема. Например, данная линия иммуноферментного анализа позволяет проводить более 50 различных лабораторных исследований. Это совершенно новый метод исследования именно для нашей Рыбницкой лаборатории, для нашего города. Раньше, чтобы выполнить эти исследования, люди ездили в Тирасполь, в Кишинев, в другие города, в ту же Резину. А сейчас это все можно будет сделать на месте. Есть такая пословица: «Тот хорошо лечит, кто хорошо диагностирует». Врачи Рыбницкой больницы уверены, с таким оборудованием следить за здоровьем маленьких и взрослых пациентов будет намного удобнее. Александра Шипилова, Татьяна Семенюк, Юрий Бежан, Первый Приднестровский телеканал.